вытекающие из первой, также являются побороть стереотип сложившийся, что переселенцы, люди второго сорта, либо только потребительские, у них настроение. Как показывает практика, за эти два года многие сами переселенцы организовали свои общественные организации, либо без общественных организаций, поддерживают друг друга. Нашей задачей является выявить такие группы переселенцев и общественные организации, которые также уже два года делают все для того, чтобы решить проблемы переселенцев. Мы эти программы, еще раз хочется подчеркнуть, это бизнес-гранты. Не бизнес-гранты, это по сути волонтерские такие проекты, где мы можем поддержать покупкой товаров для осуществления мероприятия, открытия курсов, проведения экскурсий, мастер-классов, летние школы, либо там лагеря, все что угодно. Но инициатива должна быть самих людей, самих переселенцев. Либо же может податься группа из минимум трех человек, два из которых являются переселенцами, либо общественная организация, которая уже имеет опыт помощи данной категории лиц. Вся информация по поводу, как